Здравствуйте! Я всех рада приветствовать на моем канале. И смотрите, что я нашла. Это гриб лисичка. Очень хороший гриб. Веселый такой, радужный цвет у него. Так, вот смотрите. Вот они и дальше тоже лисички. Вы их ни с чем не спутаете. Этот гриб можно есть, как бы сказать, сырым. И вообще, как бы для полезности этого гриба вообще надо есть сырым. Сейчас я один сорву и его посмотрим. Вот смотрите, как бы он такой жилистый такой, можно сказать, гриб. Действительно, как лисичка цвета. Можно сказать, даже белка. Вот, смотрите. Как бы вот эти вот, они как бы считаются морщинки, что ли. Вот, посмотрите, какой. Идет на все виды заготовок. Очень хорош в сушке, потому что нет вообще червей как бы в нем. И он вообще даже не червивый. Ну, редко бывает, что вот как в данном ситуации слизняк съел его. Гриб очень вкусный, очень полезный. В свежем виде, как я сказала, его тоже можно есть, и он в данный момент как против гельминтов, именно в сыром виде. Очень хорош в салатах с помидорами, с болгарским сладким перцем. Вот такой вот гриб, очень-очень красивый и вкусный. В каком он лесу растет? Вот там дальше тоже лисички. Сейчас я тоже покажу. В данный момент он растет под липой. Вообще часто под березой растет. Здесь орешник растет. Елка растет. Вот. Маленькая совсем елочка. Орешник, лещины очень много. Там вдалеке ива растет. Такое болотистое дальше идет место. Вот. А здесь, где я нашла, вот дальше продолжение этих лисичек. Пожалуйста. Вот. Ну, дальше идет прям. Это липа, под липой прям. Очень-очень красиво смотрится. Такой радужный желтый цвет, веселый, как цветочек прям. Вот. Здесь такие вот они маленькие есть. Вот. Очень-очень. Так, красиво. Вот. Вернемся опять к этим сорванным лисичкам. Рассмотрим еще раз вблизи. Вы ни с чем не спутаете. Они такие вот пластинчатые. Но как бы говорят, что это не пластинки, а морщинки. Грибоведы называют тут. Но я их пластинками называю. Они в хаотичном таком беспорядке. Вот вы можете видеть. Они, пластинка прерывается где-то, где-то она опять заново начинается. Вот. Спасибо, что зашли на мой канал. Я всех рада видеть. Подписывайтесь на меня. Еще расскажу о некоторых грибах. Смотрите меня. Всем пока.